друзья, 1 марта, фиксирую закат, как я обещал, 1 февраля. Итак, 1 февраля у нас солнце зашло в 6 часов 16 минут, да, специально записал, чтобы не забыть. Сейчас у нас время 1 марта, 6 часов 41 минута, и у нас там либо полевая буря, либо я так до конца и не понял, что это, в новостях ничего нет, но, скорее всего, полевая буря, потому что опять солнца нет уже пару часов, оно просто под... Это не туман, это не облака. И вот сейчас 6 часов 41 минута, ну, еще вот до полного его падения в море, скажем так, ну, может быть, минутки 2-3 пройдет, то есть приблизительно, давайте скажем, 6.43 у нас закат, и получается 6.16, ну, почти полчаса, можно сказать, прибавилось. Почти полчаса прибавилось за месяц, то есть, соответственно, закат позже, темнеет тоже позже. И это радует, и каждого первого числа до самого лета, да и летом тоже будем вот делать вот такие вот, фиксировать, во сколько закат происходит. Итак, 1 марта, 6.42, 6.43 заход солнца, 1 февраля он был в 6.16. Второй день весны, друзья, и сейчас сниму еще закатик, отель Grand Bayard, который сейчас Blue Coast Hotel называется. Мы прямо вот здесь вот, в начале Тосмера. Смотрите, какое потрясающее сегодня солнышко. Достал специально камеру зумчиком и соединю это со вчерашним закатом, которого практически не было. 6 часов 39 минут сейчас, 2 марта. Смотрим. Ну, как я вчера зафиксировал, 6.42, 6.43. Ровно месяц назад, 1 февраля, закат был 6 часов 16 минут. Сейчас оно опять войдет в эту пелену полевой бури, этой, которая у нас уже четвертый день. И видно, его не будет, но уже через 4 минутки оно будет уже на уровне моря примерно. Смотрим, последняя минутка буквально осталась. Вот такого красивого закатика. И каждый месяц, каждого 1 или 2 числа буду фиксировать, насколько прибавляется день. Насколько отодвигается закат, становится позже. Вот такая вот красота, такие вот цвета потрясающие. Да, без ума я не смог бы вам показать, так красиво это. Все, сейчас буквально еще полминутки, меньше даже, и солнышко сядет туда, в эту пелену, а потом через еще пару минуток оно уже будет на уровне моря и ниже. Ну, 6.43, давайте скажем так, по итогам двух дней. 6.43, полный закат. Все, видите, 10 секунд прошло. Все, пока, солнышко, до завтра. Уже надоели эти все заслоняющие солнце, эти все пыльные тучи эти. Смотрите, море тоже сливается с небом, даже не видно никаких границ туда, где в сторону Махмутлара вообще ничего не видно сейчас. То есть вот настолько много этой пыли. Она не ощущается, дышится тут спокойно, в принципе, по ощущениям ничего вот нельзя сказать, как бы ее нет как таковой, этой пыли. Но то, что нету, в ту сторону вообще нету вида на горы, практически их не видно, потому что вот всегда там четко все видно. Сейчас видите, что происходит. Это не тучи, это не туман, еще раз, это тучи, пылевые тучи, пыльная полевая буря. Как-то так она называется. Несколько дней она длится. Обычно каждый год она может быть в разное время, даже не обязательно весной, она может быть и осенью. Все, такой вот закатик, время зафиксировали, друзья.